Спонсор программы «Место происшествия» – ломбард «Титан». Хочешь ноутбук помощнее? Приходи в ломбард «Титан» и выбери современный. lombardtitan.ru. На улице Луганской камера зафиксировала, как фура протащила по дороге иномарку Kia. Об этом и других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». Поддержка рубрики «Видеорегистратор», юрист Антон Долгих. На улице Луганской водитель Kia попал под удар многотонной фуры. Впрочем, удар был не сильный, несколько метров грузовик тащил иномарку по дороге. На съемке видно, что у иномарки Kia крутятся передние колеса. Возможно, водитель пытался, что называется, выехать из-под удара. На улице Профсоюзной едва не столкнулись белая иномарка и внедорожник. Судя по видео, водитель внедорожника пропускал пешеходов и не успел закончить маневр. На улице Производственной водитель 14-й попал под удар грузовика. Грузовик задел зеркало и продолжил путь. На улице Володарского невнимательная мама с дочкой пошла на красный сигнал. Остановила жестом автомобиль женщина-пешеход на улице Преображенской. Что именно показала женщина, рассмотреть сложно. Но водители поняли, что нарушительница не намерена была их пропускать. Далее подборка нарушений водителей общественного транспорта. На улице Воровского водитель Пазика поехал налево из правого ряда. На Октябрьском проспекте водитель Нефаза для того, чтобы повернуть налево, встал в самый крайний правый ряд. А на улице Милицейской шофер Пазика 44-го маршрута и повернул, и подрезал на перекрестке попутный троллейбус. На улице Производственной камера зафиксировала хитрый автобус. Как и предыдущие нарушители, он поехал налево. И в заключении подборки и рубрики на улице Риммы Юровской водитель автобуса едва не спровоцировал ДТП. Михаил Вагин, место происшествия.